Азербайджан покоряет новые вершины. К концу десятилетия здесь планируют построить километровый небоскреб, который станет самым высоким зданием в мире. Сейчас таковым является башня Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее рост 830 метров. Новую высотку, ее назвали Азербайджан Тауэр или башня Азербайджана, возведут в рамках проекта Казар Айлендс. Он предусматривает строительство целого города с населением почти в 1 миллион человек недалеко от Баку. Инвестиции в строительство составят 125 миллиардов долларов.